в среднем в мозге 87 миллиардов нейронов, то в мозжечке порядка, соответственно, 45 миллиардов нейронов находится, и они отвечают за скоординированные действия. 50, это половина клеток. В чем он думает остальной мозг, я все для меня загадка. Вот. И значит, ему, соответственно, надо связать вот то, что у него находится в лобных долях, в теменных долях, да, с мозжечком, чтобы его действия были хоть сколько-нибудь и, конечно, сначала как бы эффективными с точки зрения перемещения в пространстве, выполнения каких-то двигательных актов. Я помню, как у меня детеныш, значит, мы дали ложку ему первый раз, когда вот так все с ложки кормили. Вот. А потом пюре было такое. Вот. И она брала ложку. И вот так она бам! И так. И вот все лицо, довольный ребенок, ни разу в рот не попал.